17 августа в эфире телеканала Инсит ТВ выйдет 13-й выпуск программы «Спелые советы». В этот раз мы побываем в гостях у опытнейшего садовода Екатерины Гординской. Наша героиня поведает о том, как простым и действенным методом можно обезопасить кусты смородины от вредителей. Поделится Екатерина Дмитриевна и советами по подкормке садовых растений. Также в программе расскажем о том, как принять участие в фотоконкурсе газеты «Копейский рабочий». Смотрите новый выпуск «Спелых советов» уже в эту среду.